Всем халё! Продолжаем подготовку к Пасхе. В прошлом моем видео я пообещала вам сделать мастер-класс для такого же яйца пасхального с таким же узором, только для тонкой нитью. Поэтому сегодня я выполняю моё обещание. В отличие от яиц, которые мы вязали в прошлый раз, вот это яйцо, которое мы вязали, здесь нитка толстая. Каждая половинка состоит из 6 рядов. И мы здесь применили 4 цвета. Вы помните? Сегодня мы будем вязать яйцо на 8 рядов. Посмотрите, более тонкая работа. Здесь можно применить до 7 цветов. В этом конкретном случае 6. Ну вот, допустим, здесь 7 цветов. Причем вот здесь в четвертом ряду у меня чередуются цвета. Наши веерочки разных двух цветов. Кроме того, здесь можно сделать оттенение самого носика яйца. И к тому же, вот посмотрите, это яйцо я сделала двухсторонним. Это темная сторона. Здесь третий ряд связан черной нитью. А с этой стороны светлая сторона. Здесь третий ряд связан белой нитью. Все остальное точно идентичное. Но посмотрите, какая разница у нас получается. Здесь у нас цветок в центре. Дальше контрастная нить и уже идут лучики. Здесь у нас цветок получается уже большим, то есть белые лепестки тоже как бы входят в сам цветок. И уже дальше лучики солнечные отходят от нашего цветочка. Как я уже сказала, носик я тоже оттенила другой нитью. Кстати, вот между самими рядами, самим кругом и носиком я еще сделала один контрастный ряд. То есть вы можете разнообразить с тонкой нитью яйцо, оно у вас будет более ярким. Это, конечно, дело вкуса, но посмотрите, здесь есть такие опции применить больше фантазии. Вот хочу показать вам еще одно яйцо. Я его связала всего из двух цветов. И вы видите, это белый и натуральный цвет. Кстати, нить я здесь применила самую простую. Вот обычная нить. Она продается в каждом магазине. Ее можно везде легко найти и купить. Самые простые нитки. И вот посмотрите, какое кружевное яйцо у нас получается. Поэтому дело вкуса. Хотите, делайте пастельных тонов. Хотите яркие. У вас есть все возможности применить свою фантазию. Итак, сейчас будем приступать к вязанию нашего яйца. Для сегодняшнего вязания я подготовила вот такую половинку яйца. Вот как видите, мы будем вязать цветочек, солнечные лучики и дальше контрастные нити будут все это, наш узор будут отделять
и делать его ярче. Размер этого яйца М. Вот я беру пластиковую форму. В прошлом видео по размерам и по формам я все объяснила. Вот посмотрите, оно входит, эта форма входит в нашу половинку. Я ее сделала намеренно чуть-чуть меньше, чуть-чуть уже. Один ряд здесь я не довязала. Для того, чтобы это яйцо хорошо плотно село на форму, когда я буду сшивать две половинки, яйцо сядет плотно и будет красиво смотреться. Если у вас нет формы и вы будете заполнять наполнителем каким-то, тогда значение особо не имеет, какого размера у вас это яйцо получается. Можете оставлять вот в таком виде, что я вам и рекомендую. Можете, если вы хотите, довязать еще один ряд. Это по желанию. Если вы захотите его сделать еще крупнее и еще объемнее, но хотя мне кажется, здесь объем вполне хороший. По поводу ниток, я применила нитки хлопчатобумажные, стопроцентные. Это мерсеризированная нить, газированная, то есть она немного блестит и она хорошо скручена. И в 100 граммах, как мы видим, 560 приблизительно метров длина нити. Нить вот такая тонкая. Крючок я применяла 1 миллиметр. Я пробовала сделать 0,8, но вы знаете, яйцо получается, во-первых, меньшего размера, немножко стянутое с моей точки зрения, и в нем нет столько воздуха. Яйца, связанные вот 1 миллиметром, они более кружевные получаются. Это все, что касается инструментов. Переходим непосредственно к вязанию. Наш первый ряд мы начинаем с волшебной петли. Кто еще не знает, как ее выполнить и где и для чего она применяется, посмотрите видео на моем канале. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Итак, берем нашу нить, достаточно длинный свободный кончик оставляем. Захватываем нашу нить вот таким образом. Свободный кончик идет вперед. Два раза обматываем вокруг указательного пальца и прихватываем нить. Берем крючок, проходим под первой нитью, захватываем вторую нить, протягиваем вперед наверх с поворотом, получаем вот такую петельку. Захватываем дальнюю нить и протягиваем ее сквозь нашу петельку. Вот мы получили нашу волшебную петлю. Вот такой вид она имеет. Чуть-чуть ее подтягиваем за свободный кончик, чтобы нам удобнее было вязать. Далее захватываем наше колечко и свободный кончик двумя пальцами и начинаем вязание. Две петли подъема. И далее в это колечко мы провязываем еще 11 столбиков с накидом. Всего у нас должно получиться 12 столбиков. Итак,
2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Мы провязали 12 столбиков с накидом. Вот мы получили такое полукольцо. Давайте посчитаем. Это важно, потому что от этого будет зависеть все наше дальнейшее вязание. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. Подтягиваем нашу петельку. И свободный кончик затягиваем. У нас получается колечко. Мы закрываем наш первый ряд, провязывая в самую верхнюю петельку нашего первого ряда и провязываем соединительную петельку. Подтягиваем ее, расправляем. У нас получилось вот такое колечко. Сейчас ниточку мы эту обрежем и закроем наш ряд полностью. Вытягиваем нашу ниточку. И, конечно, здесь тонкое вязание, поэтому узелков мы не делаем. Мы вот в эту петельку протягиваем нашу ниточку. И вот таким образом мы закрываем наш первый ряд, чтобы у нас здесь не было никаких узелков. Протянем нашу ниточку чуть ниже. В наше вязание. И сразу же затянем нашу волшебную петлю скользящую. Вот таким образом до конца. И свяжем наши две ниточки. Теперь это уже будет стабильный первый ряд, чтобы наша скользящая петля не соскальзывала. Нам здесь дырочка не нужна. Вот мы сразу его закрепляем. И сделаем эту ниточку от свободного кончика короче, чтобы она нам не мешала. Вот такой наш первый ряд. Здесь нужно хорошенечко все расправить, чтобы, видите, у нас было соединение гладкое, ровное. Как будто бы у нас здесь был столбик. Б
переходим ко второму ряду. Вяжем второй ряд. Берем белую нить. Наш первый ряд. И подсоединяем эту нашу ниточку между столбиками первого ряда, именно в арочку между столбиками. Итак, подсоединяем нашу ниточку вот таким вот образом. Вяжем 2 петли подъема. И в эту же арочку мы провязываем еще один столбик с накидом. У нас получается 2 столбика накида, провязанных в арочку между столбиками первого ряда. Далее мы провязываем еще 2 столбика с накидом в следующую арочку между столбиками первого ряда. 1, 2. Далее вяжем по кругу в каждую следующую арочку 2 столбика с накидом. Встречаемся в конце первого ряда, то есть уже теперь второго. Подходим к завершению нашего второго ряда. Провязываем в последнюю арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. Итак, всего у нас должно получиться 24 столбика с накидом. Посчитайте обязательно. Это важно для симметрии нашего дальнейшего вязания. Заканчиваем наш второй ряд, провязывая вот в этот углышек нашего первого столбика. Старайтесь захватить 2 ниточки, а не одну. Провязываем вот в этот углышек соединительную петлю. Вязание уже плотноватое, так что крючок может идти немножко туго. Отрезаем нашу нить. Вытягиваем нашу ниточку. Протягиваем ее вот сюда в петельку. Вот таким образом закрываем второй ряд. Эту ниточку опустим немного ниже, чтобы она нам не мешала вязать дальше. Если хотите, можете связать ее с предыдущей ниткой, которая у нас была в начале ряда, но это не обязательно. Нить все равно будет держаться хорошо. Второй ряд мы связали. Переходим к третьему. Приступаем к вязанию третьего ряда. Берем 2 нити, одна коричневого цвета, вторая вот желтая.
Давайте начнем с желтой. Берем наш круг, нить, и подсоединяем ее между арочками предыдущего второго ряда. Где вы будете делать это присоединение, значения не имеет. Делайте там, где вам удобно и больше нравится. Совсем не обязательно начинать вязание там, где вы закончили предыдущий ряд. Если вам удобно в другом месте, пожалуйста, это ни на что не повлияет. Вяжем в каждую арочку между двумя столбиками 3 столбика с накидом. Итак, подсоединяем нашу желтую ниточку. Вот таким образом. К нашему вязанию. Она достаточно хорошо закреплена и будет крепко держаться. Больше никаких закреплений для нее не нужно. Делаем 2 петли подъема. И в эту же арочку мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Один. И 2. У нас получилось 3 столбика с накидом. Вот эту желтую ниточку можем чуть-чуть подтянуть, чтобы наш столбик первый стал ровным. И мы получили вот такой веерок из 3 столбиков, из 3 столбиков с накидом. Далее берем коричневую нить. Вот она. И подсоединяем ее вот к нашему вязанию. В нашу петельку желтую продеваем коричневую нить. Ее точно так же обматываем. Вот придерживаем пальцем. Тоже мы потом подтянем эту желтую ниточку. Вот получается у нас петелька. И коричневой нитью в следующую арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. 1. Эту ниточку подтянем. И желтую чуть-чуть. Вот таким образом. Но не сильно, не перетягивайте. И вяжем дальше. 2, 3. Вот мы связали с вами 2 веера. Расстояние между ними должно быть нормальным, потому что мы между ними дальше будем провязывать уже 4 столбика с накидом в следующем ряду. Поэтому, соответственно, сильно не перетягивайте их между собой, не затягивайте. Но и это не должно быть очень большим расстоянием, это, потому что потом будет наше вязание неровным. Поэтому старайтесь соизмерить размеры этих веерочков, чтобы они не затягивались и не были слишком большими. Затем берем желтую нить, проводим ее наверх, вот сюда, протягиваем ее в нашу петельку коричневую. Коричневую ниточку мы можем чуть-чуть подтянуть, но не затягиваем. И желтой нитью провязываем еще 3 столбика с накидом в нашу следующую арочку. 1, 2,
3. Стараемся вязать ровно, вяжем спокойно, у нас все красиво получится. Вот получается у нас такое переменное вязание из двух цветов. С обратной стороны получается вот пока такой вид. Провяжем еще два таких веерочка. Я вам покажу, как это будет выглядеть с изнаночной стороны дальше. Опять берем коричневую нить. Провязываем ее в нашу петельку. Петельку чуть-чуть подтягиваем. И дальше вяжем, только не затягиваем. Все должно быть ровно, равномерно. И дальше провязываем в нашу следующую арочку 3 столбика с накидом. 1. 2. 3. Вот у нас уже 4 веера. Посмотрите, что у нас здесь. Какой вид у нас с изнаночной стороны. Чуть-чуть можем подтянуть ниточку. У нас здесь все равномерно. И вяжем дальше. Желтую нить берем, провязываем ее вот так сверху в нашу коричневую петельку, подтягиваем ее, коричневую нить оставляем и желтой нитью дальше вяжем 3 столбика с накидом. 1. 2. 3. Старайтесь, чтобы ваше вязание было равномерным и красивым. Вот посмотрите, как это выглядит. Дальше это все подтянется к следующему веерочку с обратной стороны. Вот мы сейчас уберем все ниточки. Выглядит это вот так. Продолжаем наше вязание до конца ряда. Как я уже вам и сказала, всего веерочка у вас должно быть 12 и столбиков должно быть 36. Всего в общем. Встречаемся в конце этого ряда. Итак, провязываем еще два последних веерочка. Надеюсь, у вас они все получаются ровные и красивые. 1. 2. 3. 3. И последний. Коричневая нить. Подсоединяем. Один, два, три. Вот так мы связали третий ряд. Здесь чуть-чуть подтяну желтую. Все связано равномерно. Закрываем наш третий ряд. В самую верхнюю петельку нашего первого столбика
старайтесь взять две ниточки, потому что здесь тонкие нитки, чтобы не образовывалась тонкая свободная петля. Итак, делаем соединительную петлю, и наш третий ряд закончен. Отрезаем нашу нить. Вытягиваем ее, закрываем вот в эту петельку протягиваем нашу ниточку и опустим ее сразу вот вниз, чтобы она нам дальше не мешала. Также отрезаем нашу желтую ниточку вот здесь. Как видите, она хорошо здесь закрепилась, когда мы ее первый раз подсоединяли, и никаких сложностей у нас с ней не возникает. Если вы хотите и вам мешают эти лишние нитки, вы можете их связать между собой. Не перетягивая, но достаточно плотно. Много узелков больших не делайте, они могут нам дальше мешать. Поэтому вот я здесь закреплю эту ниточку, но тоже ее очень короткой оставлять не буду. Внутрь вязания ее тоже протягивать не буду, потому что она создаст нам дополнительные уплотнения. Поэтому только убираем очень длинные концы, которые нам мешают. Вот таким образом. Но не срезаем все коротко. Вот так мы закончили наш третий ряд. Обратите внимание, вот наша ниточка, которую мы меняли попеременно, желтая и коричневая. Вот так это выглядит. С изнаночной стороны очень аккуратно, она нигде не выглядывает и нигде не мешает. Вот такой цветочек с солнечными лучиками у нас получился. Сейчас будем вязать следующий четвертый ряд. Итак, приступаем к четвертому ряду. Берем красную нить, наш цветочек, и продолжаем провязывать в наши арочки столбики с накидом. В этом ряду мы в каждую арочку провязываем 4 столбика с накидом, и поэтому у нас получится всего 48 столбиков с накидом в результате. Итак, в нашу арочку подсоединяем нашу красную нить вот таким образом. Две петли подъема провязываем и вяжем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. У нас получился веерок из 4 столбиков с накидом.
Вот таким образом. В следующую арочку провязываем следующие 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Вот такие веерочки у нас получаются. Вяжем их до конца этого ряда. Встречаемся здесь. Итак, подходим к завершению вязания нашего четвертого ряда. Сейчас я провяжу последний веерочек. Один. Два. Три. Четыре. Мы связали 4 ряда. Закрываем наш четвертый ряд соединительной петлей. Обрезаем нашу ниточку. Вытаскиваем нашу нить и протягиваем ее вот в эту петельку. Можем сразу завязать наши 2 ниточки красные. Не на самом верху, а чуть-чуть пониже, чтобы они нам не мешали. Вот таким образом. И чтобы они нам действительно не мешали, мы можем их немного опустить вниз. Одна и вторая. Вот так опустили их вниз. Потом обрежем все длинные кончики. Вот посмотрите, наш цветочек и солнечные лучики перешли в красное солнце. Так что теперь у нас яркое красное солнце, наверное, на закате. Мы закончили 4 ряда. Приступаем к пятому. Приступаем к пятому ряду. Берем следующую черную нить. Как мы видим, наше красное солнце на закате теперь будет переходить в черную ночь. Такой контраст мы с вами будем делать. Подсоединяем в любом месте, где вы хотите, в арочку между 4 столбиками предыдущего ряда нашу черную нить. Вот таким образом. И делаем 2 петли подъема.
провязываем в эту арочку еще 4 столбика с накидом. То есть всего должно быть правильно еще 4 столбика с накидом. 1. 2. 3. 4. Всего у нас должно получиться 5 столбиков с накидом. Надеюсь, вам хорошо видно, несмотря на черный цвет. Продолжаем вязание. В каждую арочку мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой узор у нас получается. Вяжем до конца ряда. Всего у нас должно получиться в этом ряду 60 столбиков с накидом. Встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к завершению нашего 5-го ряда. Провязываем 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Вот такой круг у нас получился. И заканчиваем наш 5-й ряд, провязывая верхнюю петельку нашего первого столбика соединительную петлю. Обрезаем ниточку. Вытягиваем нашу нить и протягиваем ее в петельку. Так, завершаем. Давайте мы ее еще протянем ниже. Вот так. Если хотите, можете связать ее с нашей черной ниточкой начала этого ряда. Сильно не перетягивайте. Вот так у нас закончился 5-й ряд черной ночью. И мы приступаем к 6-му ряду. Итак, приступаем к нашему 6-му ряду. Берем коричневую нить и начинаем провязывать после нашей черной ночи полутень. Это называется предрассветные сумерки. Вяжем мы только столбики без накида, так как у нас в предыдущем ряду было 60 столбиков с накидом всего. Значит, мы провязываем 60 столбиков без накида. Начинаем вязать желательно где-то, ну, во-первых, мы берем
вот первую петельку после арочки мы берем первую петельку вот здесь, потому что потом в следующем ряду носик мы будем провязывать вот здесь. И мы начинаем уже подготовку провязывания нашего носика. Но пока что мы вяжем целый ряд столбики без накида. Мы оформляем форму нашего яйца, скажем так, и ведем подготовку к следующему, седьмому ряду. Итак, подсоединяем нашу ниточку. Вот таким образом. И по кругу вяжем столбики без накида. Вот таким образом. Вяжем до конца ряда. Очень простой ряд. Можете отдохнуть и набраться сил перед вывязыванием носика. Встретимся в конце ряда. 55, 56, 57, 58, 59. И здесь наша соединительная петелька, там, где мы закрывали предыдущий столбик. 60. Вот мы связали седьмой ряд. Как видите, форма у нас яйца уже получается. Закрываем наш ряд. Провязываем вот сюда. Вот как бы в первую петельку, но стараемся ее взять двумя ниточками насквозь. И вот в нее провязываем соединительную петельку нашу. Вот таким образом мы закрываем ряд, и у нас практически не видно. Ой, простите. Вот сейчас я подтяну эту ниточку, чтобы вы увидели, что у нас все столбики совпали. Потом мы ее выровняем. Ну, собственно, вот это вот так у нас получается. Но этот ряд мы не отрезаем нить. В этом ряду мы не отрезаем, мы будем переходить на следующий седьмой ряд, где мы будем вывязывать наш носик. Итак, шестой ряд мы закончили. Оставляем на крючке. И сейчас будем переходить к седьмому ряду. Итак, седьмой ряд. Мы продолжаем вязать этой же коричневой нитью. Полутона, полуночи у нас еще остаются. Значит, в этом ряду мы провязываем носик нашего яйца. Он будет приблизительно вот здесь, посередине. Вот так вот. Я пока вытяну нашу петельку, и мы обозначим булавочками, где действительно у нас будет этот носик. Это важно. Итак, вот здесь у нас закончился наш ряд. На противоположной стороне, там, где у нас между веерочками вот эти петельки, уже ряд связан.
Мы должны выбрать две петли, в которые мы будем провязывать самый носик нашего яйца. Вот я отмечу вот эту петлю. Самое главное, чтобы вы видели и имели две петли рядом, одна за другой, которые мы будем провязывать самую вершинку. И вправо я отмечаю 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у нас будет начало подъема вязания нашего носика. Вторую сторону я не буду отмечать, потому что здесь у нас 2 петли подъема получится самого носика. Не стоит здесь ее отмечать. Для нас сейчас главные петельки вот эти две. Начинаем вязать ряд этой же нитью. Петлю подъема я не делаю, для того, чтобы потом у нас все петельки сошлись, все столбики сошлись. Если я сделаю петлю подъема, у нас получится одна лишняя петелька. Она может сбивать с толку. Поэтому петли подъема у нас нет. Мы вот в этот столбик провязываем наш первый столбик без накида следующего седьмого ряда. До вот этой булавочки, в зависимости от того, где вы ее отметили, потому что тут могут быть варианты, плюс-минус одна петля, в среднем мы должны провязать 23 столбика без накида. Но у вас плюс-минус может получиться один столбик. Давайте сейчас посчитаем вместе, посмотрим, что получится у вас, что получится у меня. То есть я считаю, что я 2 столбика уже сделала. 3. 4. Здесь вязание уже плотное. Уже плотное вязание пошло. 5, 6, 20, 21, 22, 23. У меня получилось 23 столбика без накида, как я и говорила. И вот мы подошли к нашей первой булавочке. Мы ее снимаем. И здесь начинается подъем нашего носика яйца. В следующий столбик, в следующую петлю мы провязываем полустолбик с накидом. 1, еще один полустолбик с накидом, 2, и еще один полустолбик с накидом, 3. 3 столбика, 3 полустолбика с накидом. Дальше мы вяжем 3 столбика, полных столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот у нас уже получается подъем нашего носика. Далее мы снимаем следующую булавочку.
И в эту петельку мы провязываем в одну петлю 3 столбика с накидом. Один. Сюда же. Два. И сюда же. Три. И в следующую петлю мы также провязываем 3 столбика с накидом. Вот следующая. Один. Сюда же. Два. И сюда же. Три. Дальше в каждую следующую петельку мы провязываем 3 столбика с накидом. 3 раза. Вот наша следующая петля. Ой, простите. Вот наша следующая петля. 1. Вы видите? В следующую 2. И в следующую 3. Мы провязали 3 столбика с накидом. И в следующую каждую петлю провязываем 3 полустолбика с накидом. Один. Два. Три. Вот мы связали полностью носик нашего яйца. Дальше вяжем столбики без накида до конца ряда. Их должно быть 23. Встречаемся в конце ряда. Всего столбиков в результате у нас должно получиться 64. Пересчитайте обязательно все внимательно. 61, 62, 63, 64. Вот мы связали 64 столбика. И вот в эту петельку, вот обратите внимание, которую мы первую вязали без подъемной петли. Вот в эту петельку мы провязываем соединительную ниточку. И вот таким образом наш ряд закрывается. Обрезаем нашу ниточку. Протягиваем ее. И протягиваем ее вот сюда, в первую петлю нашего ряда. Вот так закрываем. Закрываем очень аккуратно. Опустим ее вниз. Здесь, конечно, ниточки уже мешают немного. Но мы их все... Давайте сейчас проверим и приведем в порядок. Завязываем аккуратно, не затягивая.
В общем, все ниточки, которые слишком длинные, вам мешают, смело обрезайте их. Те, которые не мешают, оставляйте, они останутся здесь, в нашем яйце. И они не должны быть короткими, чтобы не попадали в дырочки. Петельку нужно чуть-чуть поправить. Вот так мы связали с вами 7 рядов. Носик у нас уже готов. Форма яйца у нас уже правильная. Нам остается провязать последний 8-й ряд. Мы его будем вязать красной нитью. И это будут столбики без накида. Итак, мы подошли к нашему последнему 8-му ряду. Берем красную нить. Это естественно, после предрассветных сумерек появляются первые красные лучи солнца, что говорит о том, что ясный будет и солнечный день. И вот здесь, в нижней части, присоединяем нашу красную ниточку. Вот таким образом. Подтягиваем ниточку, вот, и провязываем в каждую следующую петельку столбик без накида. То есть мы должны провязать 64 столбика без накида. Очень простой ряд, но очень важный. Обязательно просчитайте, посчитайте все петельки, все столбики, потому что мы потом будем соединять наши половинки, и все у нас должно совпасть. Итак, вяжем наш 8-й ряд. 3, 4, 5. Вязание уже очень плотное, но ничего, мы справимся. Удачи вам! Встречаемся в конце ряда. 61, 62, 63. 64. Вот посмотрите, это не петля, это не столбик, это была наша соединительная петелька. Ее можно принять за столбик, это не оно. Поэтому, если вдруг у вас такое здесь получилось, если вы так соединили, как я в прошлый раз, в прошлом ряду, не обращайте на это внимания. И прямо соединяйте, закрывайте наш столбик в первую петлю нашего ряда соединительной петлей. Вот таким образом. 64 столбика с накидом. Вот у нас так все закрылось. И наш последний ряд закончен. И наше полуяйцо полностью сформировано. Давайте обрежем нашу ниточку. Вытягиваем петельку.
вот внимательно закрываем этот ряд. Можно закрыть вот в эту петельку, а можно в следующую. Главное, чтобы вы потом не ошиблись в количестве рядов и петель, когда мы будем сшивать наши половинки яйца. Я закрываю вот сюда. Еще раз все просчитайте, чтобы у вас все совпало. Это важно. Вот я его закрыла и провожу ниточку. Здесь, конечно, очень плотное плетение, даже некуда зайти крючком. Нет, крючком я не зайду, плетение очень плотное. Что мы делаем? Мы завязываем эти две ниточки последнего нашего красного ряда. Завязываем, естественно, не наверху, а вот оттягиваем чуть ниже. Завяжем их два раза. Конечно, тонкая работа, немного сложнее нашего первого видео, но ничего, оно того стоит. Итак, посмотрите, вот мы связали вторую половинку. Они у нас одинаковые. И сейчас мы будем их сшивать. Я уже приготовила желтую нить, естественно, потому что после красного восхода у нас начинается солнечный красивый день. Естественно, это логическое завершение всей нашей концепции. Я сделала узелок. Сшивать наши две половинки мы начнем вот здесь, в носике, на носике нашего яйца, там, где у нас по три столбика, там, где у нас по три столбика с накидом, вот здесь, между ними, между этими двумя, здесь есть арочка между этими двумя веерами. Вот здесь есть, простите, вот такая серединная петелька. Внимательно ее найдите, рассмотрите. Вот здесь она есть. И с изнаночной стороны я вкалываю иглу и протягиваю нить. Беру вторую нашу половинку, нахожу точно такое же место между двумя веерами и тоже снаружи внутрь прокалываю иголку. Берем вот таким образом. Мы соединили. Наши половинки. Дальше мы будем их сшивать. Вот первый, следующий укол петли я сделаю вот в следующую петельку здесь, на левой половинке. И далее в каждую следующую петельку правой и левой половинки мы вкалываем нашу иголку, протягиваем.
И вяжем, то есть шьем так далее. У нас получается вот такой косой контрастный шов. Шьем аккуратно, внимательно, не пропускаем петельки и стараемся не попадать в одну петельку дважды. Периодически подтягивайте ниточку, чтобы шов был везде ровный и красивый. И шьем так дальше. Вот я провязала большую часть яйца. Теперь я вставляю сюда нашу форму. Напоминаю, это размер М яйца, соответствует среднему размеру обычного стандартного яйца. Вот она у нас так стала, эта форма. Полностью все совпадает. И продолжаем зашивать вот таким образом дальше. Заканчиваем наше сшивание. Заканчивается наша солнечная дорожка. Красивая концепция у нас получилась. Вот последние стежки. И последнюю петелечку провязываем в первую петельку, последнюю петельку этой половинки провязываем в первую петельку другой нашей половинки. Вот таким образом у нас все совпало. Как вы видите, здесь петельки, которые чуть-чуть неровные, их нужно подтянуть, расправить все. Все проверить, посмотреть. Вот таким образом мы завершили наше яйцо, которое мы вязали тонкой нитью. Я обрезаю нашу ниточку. Сейчас я ее затяну. Вот проходим в эту петельку. Можно взять более тонкий крючок, потому что плетение очень плотное. И затягиваем нашу ниточку. Вот у нас получилось наше яйцо. Те петельки, которые чуть-чуть съезжают, их все нужно подправить. Если где-то у вас что-то не совпало, проверьте те петли, которые были соединительными. Поэтому желаю вам удачи. Надеюсь, было понятно. Делайте, радуйтесь. Хорошей вам Пасхи, хорошего вам праздника. Я думаю, что я сделаю еще видео, как минимум одно, с другим узором.
Поэтому встретимся с вами еще на теме пасхальных яиц. Как я уже и говорила, ссылочку на мое первое видео я оставлю в описании. И ссылочку на волшебную петлю. Желаю вам еще раз удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я с удовольствием их читаю и с удовольствием вам отвечу. Счастливо! Пока-пока!